Беляков, пожалуйста, Сергей Гитенко, Роман Абрамов, Станислав Кужба, Сергей Рыков, Иван Журин, Петр Кривенко, Артем Туренко, Авас Мадатов и Денис Петров. Пожалуйста, выходите на площадку. Пока не поняла, по какой дорожке Серега будет. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, похоже. Серега, пятая дорожка? Да, пятая. Ответы. Минута на площадке, пожалуйста. Если это требуется, обработайте снаряды, протрите с них лишнюю влагу, если хотите, и будем начинать. Так, сейчас идет. Буквально атлеты готовятся, у них одна минута. Один закрытый результат. Мы видели Дениса Мищура. Я видела. В предыдущем заходе. Прошлый соревновательный день Денис также в своем заходе единственный закрыл комплекс выпадами. Серега Рыков Сергей будет по пятой дорожке работать. Рядом с ним Иван Журин по шестой. И все соперники рядышком, справа и слева все. Петя Кривенко по седьмой дорожке будет работать. А Вас работает по девятой дорожке. Так что... Атлеты, просьба занять место в стартовой зоне. Будем. Опять дождик начался. В этом комплексе будет 6-4-2 канат, и потом 24-18. Проходим, пожалуйста, в стартовую зону, атлеты. Две гири по 24 килограмма. Я напоминаю, что на канат вы заходите из рамы. Вы не заходите на канат с обратной стороны рамы. Будьте, пожалуйста, внимательны. Окей, судьи готовы? Атлеты готовы. Обратный отсчет. 10. 5, 3, 2, 1. Гоу! Устремляются атлеты. 6 подъемов по канату. Примерно 4 метра наш канат, я так полагаю, навскидочку. Может даже и повыше. Может даже и повыше. Работают 10 дорожек. 6 канатов. В прошлом заходе Денис Мищур, ему удалось взять лидерство именно благодаря уверенному навыку канатов. Однако там были атлеты, которые лазали, пожалуй, не хуже, но отставали на гирях. Здесь, конечно, нужно очень гимнастически себя показать и со снарядами неудобными поработать. Сереге осталось еще 2 каната. Никто не ушел на гири еще. Все пока лазят. Текущий лидер в категории Сергей Рыков. Вы можете наблюдать его на пятой дорожке. У него написано в полке мастер 35-39, но он уже мастер 40+. Вот так. Рыков начинает работать с гирями как раз. На втором месте Иван Журин. Всего 5 очков Журин уступает. Он на шестой дорожке. На третьем месте Станислав Кужба. 450. И 445 у Петра Кривенко. Ну, то есть очень плотная борьба. Вообще все топы могут претендовать на первое место. Уже на гирях работает уже 5 человек. Категория Intermediate у вас через 20 минут. Работает первая, вторая, третья дорожка. Сережа здесь. Рыков работает, Петя работает. Итак, Рыков первым зашел на гири, Сергей. Петр Кривенко также уже на гирях. Станислав Кужба пока что остается на канатах. Один, спасибо. Один подъем пока для Станислава, как и Денис Петров. Денис заканчивает и устремляется на гири. Представитель зала «Девятый легион». Красивое название. Серега работает гирю. 24 раза надо поднять. Каждая гиря 24 килограмма. Это в первом раунде 24 раза. Или кто-то другой. Все же. 3 толчка для Рыкова. Спортсмен из города Краснодар, если не ошибаюсь.
кроссфитом начал заниматься еще в Том, и потом перебрался. Перебрался на юга, так скажем. Сергей Рыков, ну, если будет однажды категория легенды на каком-то российском турнире, Сергей Рыков нужен для категории, он очень давно выступает. Все категории уже попробовал, и, по-моему, я слышал, даже в командах выступал, в элитной категории. В общем, многоопытный атлет. А то же самое, кстати, можно сказать про Петра Кривенко, который сейчас на ваших глазах. Сейчас, Сережа, нужно 4 каната и потом 18 гири. Пока Серега первый идет. Можно говорить, у них, безусловно, опыт участия в турнирах колоссальный. Все сильные ребята. Здесь нету с улицы ни одного. Все сильнейшие приехали сюда. Три толчка гири для Артема Туренко из зала Red Tower. Два для Ивана Журина. Да, канат мокрый. Опять начался моросящий дождь в очередной раз. Сегодня весь день, это все утро моросит, вчера весь день лило. Ну, все в одинаковых условиях. Сергей Гитенко, который также закрыл толчки и уже на вторых канатах. Все, и, например, спортсмен на первой канат. Дорожке. Дмитрий Сереги, еще один канат. То есть борьба-то идет довольно плотная. Сережа, еще один три канат. Три толчка, другие для Станислава Кужбы. Неплохо, кстати, нагоняет немножко отставание, полученное на первых канатах. Спортсмен. Все, пошел, Сережа. Пошел на свои любимые гири. На футболке написано обращение, наверное, само себе. Ничего сложного, бери и делай. И он следует опять этому совету. Сильный дождь. Один подъем по канату для Петра Кривенко. Еще целых три для Журина. Опять в очередной дождь. Рыков укрепляет свое лидерство в этом комплексе. И в категории получается тоже. Пока Серега один начал гири. 18 раз нужно поднять 24 гири. 24 килограмма 2 гири. 18 раз. Петя пошел. Не развивает, хорошо идет. Итак, вторые толчки гирь, большая часть спортсменов сейчас на них. Петя пашет. Абрамов Роман также работает с гирями второго раунда на третьей дорожке атлет. Сергей Гитенко. Опять зонтик поправлял, а дождик начался, чтобы сотовый не намочить. Глазах на девятой дорожке очень уверенно с гирями справляется Ават Мататов, атлет иркутянин из зала Сектор. Вообще на многих футболках. Все, да, Серега закончил второй раунд, сейчас у него два каната. Два каната. Сережечка, потерпи, солнышко, два каната. Петя усиленно догоняет его. Сереги, два каната. Кривенко держится вторым номером в заходе. И, судя по времени в категории, мне кажется, тоже. Остается всего один раунд и Рыкову, и Кривенко. У Мищера чуть быстрее 10 минут. Сереге последний раз подняться на канат. Серёнечка, последний подъем по канату. Отлично, давай. Все! Это Артем Туренко демонстрирует отличный результат. Серый, давай! Все, давай, Серега! Петя с тобой! Петя за тобой! Я вас, Мататов, тоже уже уходит на третий раунд. Раз.
осталось, 12 осталось. Давай, 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 молодец, молодец. 3. Давай, нормально. 4, отлично, давай, давай. 4. Петя, Петя, за... Сережа, давай, забирай этот комплекс. Рыка, финальные 12 толчков. 6. Давай, давай. Иван Журин заканчивает пока серию. 7. Второй толчков. Иван нужно будет набрать темп сейчас, если он хочет. Сережа. Довольно крутую позицию в лидерборде. Давай, давай, Сережа. Сережа 5 раз осталось. Раз. Еще. 2. Петя. Все соперники сильные. 3. Туренко и Дитенко. 4. И последний. Кто-то один из них идет. Ура! Финиш! Все! Молодец! Финиш! Ура! Серега, Серегу поздравляю! Круто! Молодец! Из 9 минут финишировал Сергей уверенно. Молодец, Серега! Забрал этот комплекс! Слава тебе, Господи! Сейчас заснимаю остальных. Для Петра Кривенко. Серега, чуть-чуть за 9 минут. Важные 4 толчка, чтобы подняться на лидерборде. Ну же! Молодец! Держим, держим, гири, пресса в руках. И финиширует Петр! Петя вторым! Да, опережает результат Ищера на несколько секунд. И получает... Важный результат. 5 для Туренко. Петя второй. 4 для Дитенко. 4 для Туренко. Туренко опережает. Пошел в серию неразбивку. И финиширует Артем Туренко вместе с Ромой Абрамовым. Да, Туренко и Абрамова. Остается 2 минуты. Финиш от Сергея Витенко мы наблюдаем. 5 толчков для Ивана Журина. Финиш от Аваза Мазатова. Ване осталось еще 3 раза. 10, а еще... Дима финишировал. Еще минута, друзья. Продолжаем работать. Еще минута. Есть, есть финиш от Ивана Журина. И на ваших глазах продолжает бороться с заданием Денис Петров. Это тренер Сереги, один из тренеров, Алексей Звонин, тренер. Разминки хорошие. Сережа, здесь скользкие. Арена. Идите. Денис Петров, Сережа, серый камера. Серый, камера. Название зала для тебя «Пенни региона». Выиграно название города. 15 секунд. Еще время. Абаз не успел закрыть время. Абаз. А, не Абаз, а Кузьма. Кузьма. 3, 2, 1, 100. Благодарим ответа. Благодарим ответа.